под этим домом захоронение, и вот поэтому говорят, что здесь очень опасно, здесь никто не уживался, все погибали. Всем привет, друзья! Я долго решался, ехать мне в этот дом или не ехать. Как говорят, здесь очень сильно опасно, в этом доме. Здесь последний раз, последний житель этого дома был одинокий рыбак. В общем, его нашли в этом доме с леской на шее. Под этим домом захоронение, и вот поэтому говорят, что здесь очень опасно, здесь никто не уживался, все погибали не своей смертью, кто с крыши упал в этом же доме. И вот здесь последний раз жил одинокий рыбак. Сейчас зайдем. В каком году его здесь нашли мертвым, я не знаю. И где именно, в какой комнате, я тоже не знаю. Подвал здесь не глубокий, поэтому слазить мне не получится, подвал. Только вот одного не пойму. Зачем тогда здесь строили дом, если здесь были захоронения? В общем, сейчас, друзья, разложу вещи. И тогда включусь. Зажег свечи. Кстати, теперь будет вторая камера. Сейчас ее включу, потом свет выключу. В общем, что, здесь я положу диктофон. Надеюсь, может, кто ответит. Так, это вещь того рыбака. Блесна. В принципе, как я слышал, что металл хранит в себе энергию, то есть память о том человеке, ну, кому она принадлежала. Не знаю, так это или не так, что еще слышал такую историю, когда человек умирает, если дать ему что-то железное в руки, то его душа останется здесь. Но это, как говорится, не точно. Так, включаем на запись. Так, включаем свет. Наконец-таки камеру мою починили. Так. Запись идет, все окей. Не знаю, либо я здесь буду сейчас находиться, пока камеру-то не буду включать, либо мне уйти.
Если ты здесь, ответь. Свет мешает. Тускло свет включу. Ты здесь? Сейчас на камеру включить и уйти в другую комнату. Тикать, не помню, часы, что ли? Он это или не он? Точно часы. Часы тихо. Как так-то? Могут тикать часы, если здесь никто не живет. Сейчас, друзья, включу вторую камеру и, скорее всего, наверное, побуду в этой комнате. Включил камеру. Пойду сейчас в эту комнату. Ничего не вижу.
Ты здесь? Сейчас по свечкам нужно определить, как в том доме. Пока что тишина. Не знаю, как долго придется ждать. Все. Часы текут, все. Блин, конечно, интересно, кто их завел. Эти часы. Сейчас еще подожду. И буду, наверное, применять свисток. Если ничего не будет, то буду, конечно же, применять свисток. Надеюсь, что не будет. Если ничего не будет, то буду, конечно же, применять свисток. Надеюсь, что не будет. Слышно вам или нет? Это, возможно, мыши ползают или крысы. Вход на чердак. Мне что-то не найти. Пробираюсь через эти дебри. Нету. Либо есть, но нужна лестница. Ладно, пойдем обратно. Надеюсь, кто-то ответил мне на диктофон. Сейчас буду потихоньку собирать вещи. Из паранормальной активности я сегодня только увидел, что открывалась вот эта дверца шкафа. Все. Как бы. Ну и стуки. Ну это могла быть и крыса. А, еще шепот. Вот этот непонятный шепот. Он тихий был. Сейчас камеру эту включу тоже. Все. Я не знаю, либо это свет помешает. Ну а без света ничего не видно будет. Можем попробовать сейчас включить все. Включить свет. Диктофон там. Диктофон еще включен.
сейчас кто-то пробежал реально. Ладно, друзья, буду собираться, скоро будет светать. Сюда я, надеюсь, еще вернусь. И если получится, то с АГФ. На этом все. Я сейчас уезжаю домой. Надеюсь, что...
Зашибись. Если я добуду ЭГФ, то я сюда вернусь с ЭГФ. Потому что здесь по-любому есть паранормальная активность. Я слышал здесь шепот. Постоянно это дергается свечкой слева. Также шумы всякие. Поэтому надеюсь, что сюда вернусь. Всем пока.